Прошлой весной перед началом работ по благоустройству территории бывшего кинотеатра «Экран» в Новотроицке с целью соблюдения правил безопасности движения трамвайная остановка площадь Ленина временно была перенесена из района памятника «Вечно живым» ближе к магазину косметики. То есть, как это было во времена СССР. Проход в зоне ремонтных работ был запрещен, а по обе стороны ремонтируемой территории были организованы пешеходные переходы. В настоящее время территория бывшего кинотеатра «Экран» благоустроена, но по многочисленным просьбам новотроичан, мэрия города планирует оставить трамвайную остановку у магазина. Поступили обращения непосредственно от жителей по поводу того, чтобы оставить временную трамвайную остановку на этом месте, в районе магазина «Подарки». Ввиду того, что в районе этой остановки у нас находятся два учебных учреждения, которые почетную и по нечетную сторону. Значит, на сегодняшний день сотрудниками администрации непосредственно на дело прорабатывается вопрос до оборудования элементов безопасности дорожного движения данной остановки, для того, чтобы в дальнейшем согласовать непосредственно с органами внутренних дел, с органами полиции, так скажем, ГИБДД. Если в случае будет возражение, значит, будем думать по поводу переноса в обратную сторону. Надеемся, что все-таки результат у нас будет положительный, потому что положительные отзывы от этого имеются.